Так, ребята, всем привет. Нахожусь в городе Казани, и такое вот не по случаю не мог никак я заехать к тахографисту в Казани. Сейчас разбираемся с моим тахографом. Видите, я его снял уже. Сейчас я вам покажу, что это реально так. Помните, что у меня не работал спидометр? Вот, видите, сейчас тахограф уже в ремонте. У тахографиста Эдгар начинает его чинить. В общем, пойдем все и посмотрим, как чинят, что сломалось и все такое. Тахографы Русавтокарт онлайн, карты, тахографы, все что хотите с тахографами, все здесь, ребята. Город Казань, Учительская 2, телефончик запишите обязательно. Идем посмотрим, что с моим тахографом. Так, мы уже в мастерской у Эдгара. Эдгар, что с моим тахографом? Он сейчас будет работать? Ну сейчас да, сейчас все хорошо. Теперь будет ездить и ездить. Еще столько же, сколько и до этого ездил. То есть перебрали, убрали основные моменты, починили моторчик скорости. Оно у тебя не работало, да? Да, да, скорость мы показывал. Все работает. То есть самое главное, что здесь часы работают просто. Это самый дорогой ремонт обычно в этих старых тахографах. У тебя классно. То есть часы работают, все в порядке. Моторчик тебе, спидометры починили. Теперь будешь смотреть не на глаз уже, а на стрелку. Будешь ездить, соблюдать режим труда и отдыха. Ну классно, че. Так, сейчас, в принципе, будем устанавливать. Да? Да, сейчас еще поставим на место его и еще одну проблему тебе устраним. Это с проводом. То есть вот ты говоришь, что у тебя там кто-то сказал, что с датчиком. Да. А в 95% обычно бывает именно провод. То есть именно проблема в проводе, не в датчике. То есть датчик — это 5%. Ты сейчас все секреты расскажешь. Зачем? Это я вообще в целом, как бы, у тебя же тоже было заблуждение. Ну, да, сказали, что датчик нет. Я хотел уже купить его, но. Да, то есть обычно так и бывает. Покупает датчик, устанавливают, потом приходят и говорят, я поставил датчик, у меня все равно не работает. Потому что проблема именно в проводке. То есть, если у вас отказывает спидометр, изначально даже поменяйте просто провод и все. То есть, они могут звониться между собой без проблем. То есть, электрик будет бить себя в грудь, говорит, все хорошо, у тебя провод целый. Нет. Все понятно. Да? Все, сейчас пойдем устанавливать, устранять и запускать, да. Вот он готов, мне уже сделали парни провод. Сейчас, в общем, протяну его до кабины. Вот. Стяжки есть. Дали стяжки. И пойдем и будем устанавливать уже непосредственно сам тахограф. Все, ребята, таха работает. Я ее лично проверил. Видите? Сверил, короче, с этим. Так. Сверил с навигаторами, Яндекс навигатором, своим навигатором и вот с этим вот навигатором. Все работает, все четко, все нормально. Поэтому я сейчас могу ездить спокойно по тахе. Огромное спасибо сервису, который мне все это сделал. Так что ссылочки я оставлю на них в описании. Так что, ребята, кому надо карты тахограф, ремонт тахографа, у них все виды тахографов есть в наличии. Они ремонтируют. В общем, они полностью занимаются по этой теме. Так что кликайте по ссылочке вниз, если кому-то интересно. И вся предоставленная информация будет перед вами. А вам, конечно же, спасибо за просмотренное это видео. Огромной всем удачи и пока!